Добрый вечер. Мы начинаем концерт, который получил название «Весенняя феерия. Музыка для духовых инструментов». Большая просьба перед началом концерта ко всем, кто еще не выключил свои телефоны или не перевел их в беззвучный режим, сделать это. Мы рады вас сегодня приветствовать. Такой концерт действительно в такую замечательную погоду, уже весь настоящую весеннюю, даже можно сказать, летнюю. Концерт, который направлен или посвящен тому, что очень скоро в этих стенах будет первый прием духовиков, ударников, маленьких детей, которые будут учиться на духовых и ударных инструментах. Музыкальный лицей имени Александрова. И сегодня перед вами будут выступать выпускники, педагоги, студенты Российской академии музыки в Гнесиных, те, в том числе и те из них, кто будет здесь преподавать. Поэтому это в некотором смысле еще такой призыв, если не привести своих детей, внуков, то рассказать знакомым, чтобы они задумались и привели сюда своих детей, внуков, заниматься на духовых инструментах. Концерт будет очень разноплановый, будет разная музыка звучать, такое, знаете, стилистическое очень разнообразие из разных веков, из разных стран. И откроет наш концерт композитор американский, Майкл Барретт, «Каритас», первая часть, в исполнении Дианы Зверко. Thank you.
сейчас прозвучит сочинение для Валторны. И вы услышите сочинение Александра Глазунова, элегия, которую исполнит Дмитрий Береговский, партия фортепиано, Степан Игнатьев.
сейчас перед вами звучит флейта и исполнение нашего преподавателя Алексея Кудри прозвучит концертина Сесиль Шемина. Это композитор французская, причем это композитор-женщина. И вот удивительное совершенно сочинение начала 20 века. Исполнитель Алексей Кудри, партия фортепиано Рената Вахитова. Thank you.
исполнении преподавателя музыкального училища имени Гнесиных Сергея Брашковича прозвучат две части из «Свиты птицы» Тошио Машима «Ласточка» и «Чайка». Партия фортепиано Ольга Мартынова. Thank you.
флейта и кларнет, и прозвучит ансамблевое сочинение французского композитора Гийома Брансона. Сочинение, которое написано в 2003 году, называется «Технопарад». Исполнители: Святослав Голубенко, флейта, Евгений Боравко, кларнет, и Дарья Каницкая, фортепиано.
Барселу из студии номер 5 «Эль Торбо». Исполняет Сергей Прошкович, партия фортепиано Ольга Мартынова. Thank you.
перед вами прозвучат ансамбли, и одно из них – сочинение нашего отечественного композитора Дмитрия Толпегова. Это «Свита круги на воде» для четырех флейт и тромбона. Сочинение 2003 года, в нем 6 частей. Они все имеют название: «Серенады дождя», «Танец чашечек и чайников», «Круги на воде», «В полях», «Самба и птицы» и «На закате». Исполнители: квартет «Флейт Силингс» в составе Святослав Голубенко, Ирина Еленевская, Варвара Мистюкова, Евгения Ярославцева и автор Дмитрий Толпегов. Thank you.
В завершении нашего концерта прозвучат два сочинения, два ансамбля сочинения. Самуэль Шейд Гальярда из Свиты Ренессанс и Кевин Маккей Эскейп. Исполнители: брас-квинтет Российской академии музыки имени Гнесина. В составе: Евгений Гурьев, Евгений Алимов, Алексей Фурукин, Олег Макаришин и Фергат Мусин.
Thank you.
будем рады видеть вас здесь снова на нашем следующем концерте.